Всем привет, приступим к новой распаковке. Начнем опять с самой большой. Указано, что это USB кабель в количестве двух штук. Вскрываем. Что-то я не припомню такого. Так. 1 метр длиной. И нет, может быть, и заказывал, но не помню. Пакетик, да. Были такие, но они должны быть два вот такого цвета. Заказывались в подарок. Вот с такой вот интересной застежкой. Оба длиной по метру должны быть. Да. Вот указан 1 метр. USB кабель как USB кабель. Плоский. Так, 5,3. Где-то порядка 2 миллиметров. Грязь собирает, но ура. Причем очень легко царапается. Мягенький. Все дела. Так. У нас тут присутствует какой-то защитный код, который нужно стереть. Хорошо запакован. Открыть проблематично. Тут упаковка такая же. То есть они вот идентичны. Логотип один и тот же. Тоже такая же силиконовая застежка. Ну, не знаю, понравится, не понравится. Кому в подарок это было заказано. Ну, вот как есть. Обычные шнурки. Ну, одна упаковка, конечно, получше. Так, здесь указаны другие электронные компоненты. Пакетик легенький. Сейчас вскроем, узнаем. Так, опять, скорее всего, какие-то платы. Открыть, посмотреть. Нет. Это у нас подстроечник, точнее тестер сервоприводов. Давайте его даже откроем. Те, кто занимается радиомодулизмом, знает, для чего он нужен. То есть это проверка работы сервоприводов. Вот так вот он выглядит. Внутри он лампочки, корпус такой смешной в виде склеенного куска пленки, регулятор, соответственно, отклонение хода сервопривода, скажем так, и подключение. То есть это подключаем, здесь кнопочку нажимаем и крутим ручку и смотрим, как отклоняется. Это питание. Так, сюда подключаем питание, сюда подключаем сервопривод. До 3 штук. Получается, можно сразу. Платку я вам не достану показать. Но вроде все так сделано. Интересно, аккуратно, компактно. Размер вы можете видеть сейчас сами. То есть все здорово. Можно в полевых условиях проверять. Если вас что-то будет напрягать в управлении самолетом, вертолетом, другой техникой. Так, здесь у нас заявлены как антенны. Да, тоже для авиамодулизма. Это у нас то ли адаптеры, то ли сами антенки.
Не скажу на сколько, по-моему, на 2,4. Ну, вот такие вот антенки. Количество 3 штук. Ссылки все будут в описании. Всем спасибо за просмотр.